Точно, вот оно началось. Ну рассказывай, какие у нас планы. Куда мы собираемся ехать? И ты сможешь так далеко ехать? Но мы будем пробовать, да? Молодец, поехали. Прямо. Только по краешку. Молодец. Сюда стоим. Тормозим на светофоре. Передай привет всем в камеру. Помаши ручкой. Класс. Поехали. Давай. За мной. Не знаю. Сейчас мы ее тоже заснимем. Не было страшно? Идем.
Нету? Если нету, приезжаем. Есть или нямочка? Есть. Кушать. А что у нас есть? Мы сейчас посмотрим. А где наша сосиска? Как всегда, папа берет с собой. Да? Да. Ужас. Рельсы рядом. Сейчас. Папа, едем. Я прям пальцев не чувствую. Пальцы не чувствуешь? Да. Замерзли руки? Цвет неяку. Цвет неяку. Я даже сегодня с утра помню, что мы в Дарик едем. Ну, мы хотя бы видим, сделали тренировку, мы теперь знаем, как по какой дороге ехать, правда? Пап, но я не... Я за один раз я не смогу запомнить дорогу. Ой. Хорошо, что по левой. Хорошо, хоть и не стемнело.
стоп. А ты не бойся. Как впечатление? Ты представляешь, мы стоим над Юрмальской трассой. А если мы валим? Мы не можем упасть, это мост крепкий. Мы под ним проезжаем все время. Помнишь, когда едем в Пинке? А теперь мы на нем. А, значит, когда мы едем в Пинке, надо там остановиться. Да. Ну, едешь дальше? Встречаемся под мостом. На трассе. Да. Сегодня нет? Папа, машина. Конечно. Надо, чтобы все подписались и колокольчик нажали. Точно. Хороший день? Это здорово. Мне кажется, что здесь кто-то празднует. Ага. Добрый. Вперед, смотри. Стараюсь. Сейчас закончится наше путешествие.
Ну все, приехали.